Команды в сборе, судьи готовы, зрители заняли свои места. Перед началом соревнований состоялось торжественное открытие. Напутственные слова руководителей, а после участников. Заряжала на победу своими ритмами группа барабанщиков. Первое состязание – армрестлинг. И мужчины, и женщины достойно боролись за победу. Еще бы, ведь финальные соревнования решат, кто же станет победителем 10-й спартакиады Танека. Спартакиада была открыта осенью прошлого года. Она проходила по 15 видам спорта. Это и кроссы, лыжные гонки, легкая атлетика, волейбол и многие другие. В соревнованиях с большим удовольствием принимают участие многие работники компании. В этом году у нас есть очень большое достижение. Команда «Танека» заняла третье место в спартакиаде «Татнефти». Для нас это очень большое достижение, учитывая, что в прошлом году мы были на 6-м месте. То есть это огромный труд, стремление, желание всех. Во втором этапе соревнований команды перетягивали канаты. Как признаются участники, вид спорта тяжелый, после которого болит все тело. Третье место. Нормально. Руки устали? Ну, забиваются. Это как бы тяжелый вид спорта, так что тяжело. Но без спорта никуда. И как показала эта встреча, любителей спорта на Танека много. И спортсмены, и болельщики шли сюда с семьями, с детьми, чтобы поддержать своих коллег и просто хорошо провести время. Это обобщает людей. Здесь, посмотрите, дети. Все это они смотрят, пример берут такой хороший. Спорт – это жизнь. По итогам соревнований состоялось награждение. Первое место заняла команда «Вектор». Спортсменам вручили переходящий кубок и медали. Но в завершении мероприятия состоялся флешмоб. Участники выстроились в названии предприятия «Танека» и запустили в небо десятки разноцветных шаров. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев. Новости НТР.